Крупная авария сегодня ночью произошла в зональном районе. На трассе столкнулись легковой автомобиль и «Газель». Пострадало 10 человек. Происшествие произошло почти в час ночи на федеральной трассе Р-256. Из 11 человек 10 получили ушибы легкой и средней степени тяжести. К счастью, до обморожений не дошло. В это же время по трассе ехала бригада экстренной медицинской помощи. Она везла пациента в Барнаул. Врачи первыми обнаружили пострадавших и тут же оказали им помощь. В итоге госпитализировали 6 человек, 5 из них – дети, сообщают в Минздраве. Еще четверо на амбулаторном лечении, но до приезда родственников находятся в больнице.